Следующий наш вопрос – специфика философского знания. Рассмотрим специфику философского знания. Возникает вопрос, с какой целью человек, начав философствовать 2500 лет назад, продолжает заниматься этим сейчас? Ответ прост. Почти каждый человек в своей душе немножко философ, даже если он никогда не слышал этого слова. Немецкий мыслитель Иммануил Кант назвал философию естественной склонностью души. Ведь каждый, сколько-нибудь мыслящий, культурный человек не может не задумываться над вечными вопросами. Зачем я живу? Что мне делать? На что я могу надеяться? Есть ли судьба? Полностью ли я волен в своих поступках и решениях? Что будет с моим «я» после моей физической смерти? Это и есть вопросы философии. Именно философии, а не науки вообще. Наука не занимается вопросами о добре и зле. Она не может объяснить целей, к которым мы стремимся, или оправдать этические принципы, которым следует. Философия как раз и призвана это осуществить. Философия выступает в качестве мировоззренческой науки. Она имеет связь с научным знанием и мировоззрением. Философия и мировоззрение взаимосвязаны между собой, но их следует различать. Философия выступает как общетеоретическое ядро мировоззрения. Вместе с тем предмет философии исторически подвижен, конкретен. Каждая эпоха в соответствии с достигнутым ею уровнем социально-исторической практики, уровнем господствующих в эту эпоху форм материального и духовного производства, уровнем развития научных знаний об окружающем мире, по-новому ставит и по-новому решает вопросы о смысле и принципах человеческой жизни и деятельности. Каждая эпоха, каждый общественный класс – вырабатывает свою систему социальных императивов и ценностей, по-своему осмысливает границы и перспективы своих возможностей. Вопросы философии, вопросы мировоззрения нельзя решить исчерпывающе, раз и навсегда окончательно и однозначно, так как с каждым шагом истории, прежде всего с каждым новым, более высоким уровнем общественных отношений, складываются новые ситуации, созревают новые противоречия. А для того, чтобы понять, осмыслить, оценить их, требуется напряженная, безостановочная работа философской мысли. И мысль эта находится в несколько иной плоскости, чем мысль ученого. Ученый ищет ответы на вопросы «что», «как», «почему». Философ главным образом на другие вопросы. Зачем? Во имя чего? Во имя каких высших идеалов? По характеру своих вопросов, а один из них, например, это вопрос о смысле и назначении человеческой жизни, философия близка к религии. И философские, и религиозные учения ставят в конечном счете перед собой одну цель – вывести человека к высшим идеалам, придать его жизни истинный смысл, открыть путь к самым совершенным ценностям. Но если вопрос о смысле жизни каждый человек должен решить для себя сам, то научная истина имеет всеобщий характер, а истина философская, заключающая в себе определенный ценностный момент и императив поведения, предназначена все же для индивидуального пользования. Но между философией и религией есть существенное различие. Религия не теоретизирует. В основе ее учения лежит вера, тогда как философия рациональна. Она обращается к разуму и не только допускает, но и требует аргументации, доказательства выдвигаемых положений и выводов. Философия – интегративная форма духовной деятельности. Она объединяет и обобщает разнокачественные знания, например, научное, политическое, нравственное. Философия обобщает достижения всей мировой культуры, всемирно-исторической практики и познания.
Философия является духовной квинтэссенцией, то есть концентрированным выражением эпохи или самосознанием эпохи. Философия нацелена на изучение всеобщего, качественно-содержательного аспекта бытия и познания. Познавательная направленность философии роднит ее с наукой. При этом частные науки, такие как физика, химия, биология, психология и другие, изучают свойства и законы отдельных областей и уровней действительности. А философия пытается понять мир в целом, выявить его универсальные свойства и отношения, а также источники самого знания. И все это через призму человеческого восприятия. Философия исследует, как изучаются процессы реальной действительности, является результатом самосознания науки и ее предельным основанием. Специфика философии заключается также в том, что она имеет дело с явлениями, уже освоенными культурой, представленными в знании. Исходя из этого, философский способ мышления называют критически рефлексивным. Рефлексия переводится с латинского как «отражение». Это обращение в себя, самоанализ, изучение своего внутреннего состояния. Рефлексия в философии характеризует форму теоретической деятельности человека, которая направлена на осмысление своих собственных действий, культуры и ее оснований, раскрывающие специфику душевно-духовного мира человека и общества. Рефлексия в конечном итоге – это осознание практики мира и культуры, науки, искусства и самой философии. В этом смысле рефлексия – это способ определения и метод философии, а философия – это рефлексия разума. Философия выступает как духовное, рационально-теоретическое освоение действительности. Несмотря на свою относительную абстрактность, философия изначально практична. Ее назначение – научить человека самостоятельно и творчески мыслить, понимать смысл жизни, правильно оценивать свои возможности и роль в мире, определять направление деятельности не только в отношении ближайшей цели, но и свою причастность к тому, что происходит во Вселенной. Таким образом, можем дать предварительное определение философии. Философия является обобщенным знанием о мире и о месте человека в этом мире. Философия представляет собой науку о всеобщих законах развития природы, общества, мышления, познания и особую форму общественного сознания, теоретическую основу мировоззрения, систему философских дисциплин, способствующих формированию духовного мира человека.